Привет, друзья, с вами я, Слоу и Кирилл, и сегодня мы поиграем на Arizona Brainwork и покажем вам, как новичкам заработать на этом сервере. Да, мы сейчас с вами пойдем на первую работку, которую мы, в принципе, сейчас вам покажем. Это называется грузчики, да, по-моему? Вписывайте GPS и нажимаете это... «Работать для новичков», и здесь будет написано «Разгрузочная станция, грузчики». Эта станция находится вот, ну, буквально вот здесь вот. Отсюда Иди можно шагом, увидеть. Да? Все, побежали. Если, вот, конечно у меня же, красная метка стоит, у тебя тоже. Если вам повезет, конечно, здесь появиться. А то появитесь где-нибудь в SF и все. Да, все, провалено план. Пешком не побежите же. Так, сегодня я в роли... Опа! В роли... Там какие-то копы выгоняют. В общем, это видеоролик специально для тех, кто впервые будет играть на Arizona Brainwork или вообще на любом другом сервере Сампа. Просто можно подзаработать будет грузчиком вам, каким-нибудь работником цеха и еще кем там. Ну, по-моему, можно еще фермером, нет? Да-да-да, фермером, отлично. Эти все три работы мы постараемся вам показать. Если не получится, то мы как бы частями запишем. Да, но не факт, что в одной серии все получится. Не факт, не факт. Так, вот, трудоустройство, Alt. Грузчиком устроиться может любой, даже вот такая прекрасная девушка сейчас. В общем, понятно, тут все нам предлагают, какую-то фигню. Опачки. А у тебя опять классный скин, только не шухи. Обидно. А ты механик вообще. Да. О, поезд, у тебя тоже поезд? Да, у меня тоже поезд. Отлично. Просто я помню, как мы снимали серию, и у меня поезд проехал, а у тебя нет. Да? Да. А, подожди, а куда надо идти? А, блин, точно, в вагоны. Разгружать мешки. Разгружаем. Сегодня... Посмотрим, сколько здесь заработают, в принципе. Можно заработать и сравним потом. Пиццерия, мы заработали где-то 500 баксов, по-моему. Пиццерия? А, за один заказ, да? За... Да не, мы, по-моему, три раза уже прокатились там. Мы маловато что-то. Да не может быть 500, это очень мало за один, за несколько раз. Может быть, больше, не знаю. А это что, это, типа, можно прокатиться? Запрыгнул! Вообще идеально. Я запрыгнул, да, и у меня нет такого. Нет? Ты сел просто? А ты спереди как прыганул, я и нифига себе. Я офигел. Я тоже сейчас представил это, как выглядело. А я тебе сейчас покажу. Я покажу, ты просто очешуеешь. Ага, смотрю потом. Так, ну я думаю, штук 5-10 перенесем. Давай посмотрим. Смотри, ты такой идешь, а чё, можно, да? Видишь, да? Ты такой идешь, а чё, можно? Покажи. На нах. А чё, я не могу забраться? А у меня как бы тоже такой вид появляется, то, что вы не можете залезть, но А ты просто на него прыгнул как бы спереди? Пробежал такой, да, и раз бегу. Прыгнул на него спереди, я офигел. Как мой, да, квадроцикл. Ага. А что, можно здесь? А, нормально. Нормально, в принципе. Что, никого нет, можно стырить. Поэтому, ребятки, те, кто будут играть впервые в Самп, или ваши друзья будут играть впервые, рекомендуйте им этот ролик, и вообще каналы наши рекомендуйте своим друзьям. Обязательно. Может быть, найдут что-то полезное. Например, мы же снимаем всякие работы в Сампе, или какие-то интересные увлечения. Там. Да, это на самом деле будет очень полезно для новичков, которые впервые вообще заходят на подобные сервера, ну не РПшные, а, ну, по-моему, РПшные. Ну, это РП, да, кстати. Вот. Вы уронили мешок, прикинь, как, короче, как, 500 как? Километров прошел, и вдруг я уронил мешок. 500 километров, ага. Да-да-да, а до цели, короче, один шаг остался. Вы уронили мешок, жизнь боль. Уважаемые жители штата, минуточку внимания. Прямо сейчас состоится мероприятие прятки, главный приз 100 тысяч долларов. Ничего себе. Кстати, хорошая идея, можно... Да что такое, я мешок уже третий раз роняю. Мероприятие состоится на заднем дворе автошколы. А ой, это далеко, по-моему, или где? Можно стырить. Кстати, Слово, мне знаешь, что нужно? Мне нужно сдать на права. Ты можешь мне как-то помочь? Кстати, мне тоже нужно сдать на права, поэтому друг другу помогать. Давай вот сейчас, может, подзаработаем и попробуем поехать туда сдать. Давай. Сколько тебе там? Тогда вообще мы сегодня не будем показывать не только работу, но и все, что нужно новичку для игры. Да, но мы уже снимали первую серию, вторую серию, где мы играли, работали в пиццерии. Пиццерии, да. Ну, это очень прикольно, то есть можно разъезжать и... Да, просто катайся, да. Были практически одинаковые точки. Ну, не всегда, конечно, но было весело.
Ну, хоть не в другой конце штата. В движении что-то было. А тут мы на месте что-то кучкуемся, что-то какие-то мешки. И... Все какие-то мешки, да, и вообще... тяжелая работа для женщин. Ага, я прям забор перепрыгиваю легко. Через квадроцикл. Да-да-да. Блин, реально угарно получилось. Я представил это, как выглядит. А я увидел, как это выглядит. Потом посмотришь. А я нет. Угарнешь. Я не посмотрю. Леонид нагло такой беру. А, никого нет, посмотрел по сторонам такой. Да. Че, можно сесть? Нельзя, нормально, прыгну. Нормально все, никого нет же. Да вы, ты заколебал криворук. Почему у меня попался какой-то криворукий узбек? Нормально. А ты почему роняешь? Ты прыгаешь с мешком, что ли? Прыгаю с мешком, и он когда прыгает с мешком... Так нельзя. А он ничего не роняет, я уже прыгал. Почему ты на пробел, когда нажимаешь, он роняет? Странно, я на пробел нажимаю, нормально все. Ну ладно. Ну, давай, короче, 10 мешков. Ну да, вот 10... у меня 3 осталось. У меня 4. Жизнь боль. Удаляй канал, да? Спасибо. Это не комплимент. Спасибо. Это угроза. Это звучит как угроза, ёпта. Да. Удаляй канал, а не то я его тебе удалю. Не, удаляй канал, иначе за тобой выхали. Также пишите, у нас есть идеи гениальные. Ну, возможно, вам не понравится, ведь вы наверняка любители самба, но есть такая идея показывать вам, возможно, и прям при вас строить всякие интересные вещи в Майнкрафте вместе. А ты вроде бы не хотел. А я вот и хочу предложить зрителям. То есть пишите комментарии. Если вы зашли сюда, потому что просто любите кооперативы, то напишите, хотите ли вы видеть наши какие-то совместные постройки в майне. Да, кстати, вот. Хорошая идея. Знаешь, я как раз-таки в следующий выпуск планируем это кем-то снять. Да. Вот вместе, вот, может, и снимем, если зрители одобрят. Я все... А вот сейчас вот, который выпуск я снял давно, 2 недели назад, я его еще даже не выпустил. Там пока я один. Вот просто там. Я просто, у меня есть одна идея сделать механизм лифт, если это такое возможно. Хорошая идея, кстати. Такое очень возможно хорошо. Или с модами только вот? А, возможно, без модов, да, я вот знаю, такие говорю. Видео есть. Но это долго, во-первых, ну и в жилых домах это подойдет, я думаю. Хорошо, можно будет. Вы завершили работу и заработали $650 за 10 мешков. Сейчас я еще один мешок если возьму. Если посчитать логически, то за один мешок вы получаете $65. Нормально. То есть ты считаешь, что, в принципе, 10 нормально выплачивают, правильно? Нет, по-моему, раньше было больше, насколько я помню. По-моему, да, я помню даже на Advanced Green'е, когда-то давно я играл, я помню, что там, да, больше платили. А давай я драться буду тогда. За то, что мне не выплатили. В ящик кто-то залез, смотри. Ну-ка. Головой окунулся, на тебя, бомж, на. А это какой-то дедок. А я звук прибавлю, что-то тихо у меня. Так, а как ты закончил работу? Ты к синей иконке подошел, да? Да, к одежде. На, сука. Ой, меня бомж бьет, помоги. Иди сюда. $650 я получил. На тебе, сука. Неплохо, мне, кстати. Помоги мне, пожалуйста. Сейчас бомжа иду будем бить. Иду. Ну-ка, уйди. А ты не боишься то, что у тебя будет преступность? Стопешка. Да, я сам самый преступный. Смотри, он тебя ногой пнул. Я ему сейчас дам, блин. Иди сюда. Давай, короче, побежим за бомжом. Там, и подписчики бомжа. Да, подписчики бомжа, что? Инстаграм. Инста. Иди, что, хочешь разобраться, что ли? На тебе. Отлично. Давай на Enter нажимай, чтобы кулаком бить. Только меня не бить. Отлично, я его, или ты его... Так, ладно, пошли, короче, пойдем. Как-нибудь доберемся до Сан-Феру, что? Кстати, прикольно, кстати, если тут жить, то можно мусор выкидывать, да? А я залутаться хотел. Это тебе не раз. Точнее, не незер. Не, а по-моему, можно было, если... Да, лутаться в сампе мусоре, класс. Там что-то такое... Ой, что-то я не туда залез, помоги. Слушай, а здесь квартирки есть? А как тебе помочь? А все, не надо, спасибо. Ну-ка, зайди в дом. Зайди в дом. Просто я бы здесь квартиру купил, потому что здесь очень удобно, рядом со всем. Все такие чистоплотные, все очень чисто, мусора ноль, а залутаться что-то негде. Что-то не верится, да, что-то вообще. У меня, знаешь, такое ощущение, что, кажется, недоработана еще мусорка. То есть ее поставили, чтобы создать ощущение, что такое возможно вариант. А, внимание, внимание, диспетчер на станцию прибывает электропоезд с направления Баласатес. Поедем как, на поезде или на автобусе? А где, где, вот. Вот автобус за $50. Вот, давай, автошкола, давай.
Отлично. Хоба, давай. Очки, я открыл дверь. Чё ты, куда ты идешь на остановку пыхли, пыхли, башкой? Пыхли. А, все нормально. Куда, где? Ты где? Ты внутри? А, ты внутри. Да, внутри, все, погнали. А автобус-то пустой? Ой-ё. Подождите, почему у меня радио, блин, на однёрочке стояло, сука? И чё, а чё? А я, кстати, не заплатил. А давай тогда на ферму, что ли, раз уж мы собрались показывать работы. Пошли на... Но мы же сюда. Хотели в автошколу вроде, подожди, нет? стоять, побежали быстрей. Давай на поезде, короче. А давай, там поезд. Там прибыл поезд с направлением в город Сан-Фиера. Остановка длится 10 секунд, сука. Все, уехал. Стоять! Чуть-чуть, там, опоздали, кстати, же, твою мать. Знаешь что, я бы на этом, на месте создателя, да, я бы не ставил боту там в поезде, а поставил, ну, реальный человек, чтобы... Кстати, работал. Да, вот тоже что. Вот как было, мне кажется, если бы реально человека поставили, то вообще бы никто бы не сел. Не, почему? Я помню, на Advance Green тоже было нормально. Было там человек нормально? Мог бы работать. А я не играл на Advance просто. Вот. Кстати, если вам не интересно, можете порекомендовать, конечно же, если вам не интересно вот это, чем мы занимаемся, но интересна наша подача, то предлагайте какие-то другие сервера и предлагайте другие новые какие-то идеи для серии. Проекты новые, какие-то игровые, самповские, вот. Где не хватает, в принципе, взгляда такого. Да, обязательно снимем. Смотрим, посмотрим, да? Так, что-то. Драться. Ты знаешь, что ты так подпрыгнул и кулаком ударил? Тут драться просто нельзя, я хотел побить. Ты чё там сзади? ЦП. И что, он может быть тогда на автобусную остановку уж? Чё-то долго, мы пропустили. Сколько интервал, интересно? Ну, написано было это, отойдите от края платформы, остановка длится 10 секунд. То есть очень мало почему-то. Но стоит он 10 секунд. Стоит. Блин, автобус только что. Второй автобус уехал, твою мать. Помогите. Стой, паскуда. Сука, мразь. Ой, там автобус вообще за... Стоять. Но мы уже заплатили 20 баксов. Твою мать. Нет, я ничего не платил. А, не, я тоже не платил, потому что там не было водителя. Да. Блин, там автобус какой-то стоит, может быть на него? Где? Что это за автобус? Вот. Так он пустой. А, блин, а чё он там прыгал? АФКшный там чел какой-то. А чё он прыгал тогда? АФКшное тело, ёпта. Потому что он в АФК, на нем скачет автобус, значит, человеки. Во-во-во, диспетчер на станцию прибывает, это, с направлением в Лос-Сантос. Отойдите от края платформы, прыгаем. Хопа. Да, идём, пошли. А где поезд? Он уже прибыл, что ли? А чё он так здоровый? Во-во-во, он едет. Смотри, чтобы не попал под поезд же попадешь. А я поезд, вижу, поезд, поезд, сейчас... поезд едет. Рискованный парень. Во-во, остановка длится. Стоямба, ёпты. Стопы. А нет, там реальный человек. А, он просто катается. Там Родион сидит просто. Родион. А давай к Родиону сядем. Ты в какой вагон вообще любишь садиться? Я в середину. Я хочу к Родиону. Пошли к Родиону. Блин, камера, сука. Говно камера. А можно менять, кстати. Да? А как? А она сама меняется. А-за-за-за-за. Не, а тут как-то от вертолета камера, она вроде прикольно, вроде бы и нет. Ну просто не видно там, что пишут. Да, и хотелось бы... А вой, бомжи, бомжи. Прыгают, прыгают. Можно же сесть в конце вагона, чё они когда... Ну ты чё? Обзываем бичей в Сампе. И куда мы приедем в конечном итоге? В Сан-Фиеро мы приедем, а там уже до автошколы 5 шагов сделать. А там, кстати, да, ну то, что все, что нужно для новичка. То есть... Единственное, что прикольно, то, что тут бесплатно можно ездить на поезде. Да, вот это хорошо. Мы вам, я сразу скажу, тогда ничего не будем обещать. Работы будут сегодня, автошколы или еще что-то. Как снимем серию, так потом и назовем. Да, есть... мы пока еще даже сами не определились. Да, как корабль, собственно, поплывет, так мы его и назовем. А то, что, ой, корабль мы строим, назовем его так, не надо. А, хороший пример, кстати, привел. Да, вот, я про это. А то мы ничего еще не сделали, по сути, и еще хотим называть серию. Нет. Достал черный... Хорошо так едется, пишет. Ага, а это кто еще за чувак? А что не слышно, кстати, как поезд едет? Кстати, да. А, вот слышу. Да? А вот, теперь только что... У меня все это время звука не было, еще только сейчас появился. У меня тоже сейчас появился звук. Плачет. А как в этом форсаже звали Пола Уокера? Пола Уокера, по-моему... Подожди, как его звали-то? Слушай, я тоже забыл, я недавно смотрел Форсаж 7 в апреле. Доминик плачет по Полу Уокеру.
Кстати, мой ник слоу компоты, потому что все капоны, а я теперь компоты. Компот. Компот. Надо пойти бич-пакет заварить. Бич-пакет. Достал. Вот что я люблю. Сейчас. Достал черный бич-пакет. Не-не-не, достал. Черный бич-пакетик. Что-то у меня... знаешь, почему звука не было? Это потому что достал роллтон и раздал другим бичам. Ура! Кушайте, пока едем, да? Я принес тебе покушать, братишка. А знаешь, кстати, как мы раньше делали? Давно это было. Мы, помню, фигачили роллтон сухой, а потом он превращали в сухарики. А я раньше, помню, тоже знакомые так мы и делали, но я был против. Да, я еще потом туда насыпал перчик. Я тогда просто был маленький, я вообще был против дошираков от этих. Но... Ну, потом, когда жизнь боль. Жизнь боль, но попробовал. Да-да-да. Ну, так, это же все химия, консерванты. Ну, по сути, да. Но вермишель, если честно, но вот все то, что там внутри, пакетики, то это, да, химия. Но вкусно же все-таки это. Но вкусно, да, чертовски. Как говорится, фастфуд тоже вкусный, но чертовски вкусно. Ну что, тогда сваливаем с тачки? Да. Arizona Railway. А ты не выпрыгнешь, пока поезд не остановится. Блин. А я хотел... А прикинь, на месте так выпрыгнуть? Уважаемые пассажиры, мы прибыли в город... А что, в воздухе? Что, в воздухе тоже, как летающий Аладдин. Пошли. Аладдин, ёпта. Так, так, ну пойдем. Давайте тогда сдадим на права, раз уж у нас такая серия для новичков. Новичкам же автошкола тоже нужна, и нам тоже, причем. Да, тут основное в игре, в принципе, это машина, да, то есть мы будем переезжать на машинах что-то... больше передвигаться. О, я перепрыгнул, ура. Паркур. Паркур, мини-паркур. Кстати, это как его, тут я слышал, есть вопросы, там тестовые экзамены проходишь. Да-да-да, это жесть. Я тогда все деньги, я покушать. А, я тоже надо покушать. Братишка. Братишка. Недалеко отсюда есть хороший бар, советую заглянуть. Что? А это бот просто. Ты чё, пытался поцеловать дедушку? Не поцеловать, а убить. Вы немного перекусили, посмотрели... Чё ты? Ты чё тут меня... Я нагнулся вместе с тобой, чтобы там... Не надо. Не надо. Что я... А, это лавочки. Я думал, это велосипеды. Ну я чё, бывает же. Лавочки, велосипеды, конечно. О, какой-то мужик в трусах пропал. Исчез. Пропал, исчез. Паранормальное явление 5, новый фильм. Порно нормальные. Все нормально, все хорошо. Надо же такое название, это уже что-то не ужасик какой-то. Это уже не нормально, что нормально. Все рамки человеческие переходят. Поехали, поехали. А побежали. А мы на колесиках, у нас нет колесик. А кстати, мне прикалывает скин, когда ты на колесах. А, я знаю, это скин ролика туриста. Ролика туриста? Меня желтого сбила машина. Желтая машина? Желтая машина. Вот, кстати, заметь, тут изменили здание, его облик поменяли. А мне похуй. В ходе теста вам будет задано 4 вопроса по правилам. Да мне похуй. Да, давай. Максимальная скорость в городе. Все, я завалю. По-моему, 60. И, по-моему, я тут тоже сдавал. Разрешена ли парковка на тротуаре? Вне города 150. Только в экстренных случаях, наверное. Максимальная скорость вне города 120, по-моему. Что нужно делать при тумане? Ехать, материться, снизить скорость и включить фары. Я сдал! С первого раза сдал, офигеть! Максимальная скорость в городе 60 или сколько там? 60, да. Угу. А что мне делать теперь? Блин, мне осталось один вопрос ответить. Выйдите на улицу и сядьте в одну из учебных автомобилей. Подожди, поехали. Так, 40. Максимальная скорость в городе сколько? 60, в городе, да? 60. Так, дальше, так, снизить скорость и включить фары. Ну, при тумане. Едьте по чекпоинтам, не нарушая ПДД, иначе вы провалите тест. Ни в коем случае. Разрешена ли парковка на тротуаре? Если только в экстренных. Ни в коем случае не выходите из автомобиля, иначе вы также провалите тест. А максимальная скорость вне города? Вне города 120. Обязательно использовать. Тут поворотники появились, нам 6 и нам 4, слушай. Так, а дальше куда выходить? Там... А вот иди сюда, вот, на улицу. Вижу. А если я сдохну в машине?
Это уже... Ну ладно. Ну ладно, да. Сука, мне кто-то сейчас помял бампер, козел, блин. Ты кто? Ты кто? Это я! Садись, поехали вместе. Счастливы вместе. На-на-на-на-на-на. Ой, блядь, сейчас бью кого-то. Как завести машину, я забыл. А, N, английская. А, всё, N. Нифига, смотри, сколько бичей, охренеть. Чё-то многовато. Она что, это, наверное, прием какой-то. Ну, нам сейчас... Да, козлина, ты, Александровская. Кто, я? Нет, Александровская, говорю, там Александр, урод, врезнулся. Блин, вы допустили ошибку, проехав, прав на ошибку 2-1. Чего? Без поворотника я проехал, две ошибки у меня уже. А, блин, я ж забыл. Ёб твою мать. А прикинь, у некоторых людей, у которых нету дополнительной клавиатуры, ну да. А у меня такая была раньше, без этих, без нампада. Да, вот прикинь, вот как ты права сдашь-то вообще? Вообще, а там команды надо нам. Там меняешь просто расположение клавиш, да? Я понял, короче, я поворотники сейчас буду включать. Какого хрена? Тут лежачий полицейский не испортил машину, паскуда. Вот ублюдок. Ты где, слово, кстати? Может, тебя подождать, где ты едешь? Или ты еще едешь? А я не знаю, я куда-то... Я уже все. Я не знаю, я боюсь просто провалить, если я еще... Это что-то мне страшно. Мне становится страшно. А что страшного там? Мы деньги даже не заплатили. Ага. Прикольно, кстати. А, кстати, хорошо, да, что-то. Ну, видимо, какие-то бонусы акции проходят, и это хорошо, кстати. То есть мы воспользовались моментом, по сути. Они, да. У меня поворотники через раз, по-моему. Сука, прав на ошибку, минус один, ёб твою мать. Что-то глючный какой-то немного сдачи прав. И поворотники тоже глючные, не сразу срабатывают. Ой, слот. Я такой подъезжаю, слот стоит. Мы провалили тест за нарушение прав дорожного движения, езда без использования поворотников. Езда без прав. А ты поворотники включаешь? Конечно. А почему у меня через раз работают они? Ты задерживаешь или нажимаешь? Задерживаю. А, блин. Сука. А когда задерживаешь, у тебя и камера еще поворачивается, сука. А, да. Вот такая вот. Я такой смотрю, прав на ошибку 0, потом минус 1, я думаю, чё? Чё, вы чё, совсем охренели? Я, да. А знаешь, как, кстати, было? Вроде бы садился какой-то там чувак. Не, инструктор пос... Блин. Да урод ты, паскуда, мразь! Нифига себе, что? Ты два раза пере... Три раза! Как... у меня лаги дикие. А у меня ноль на ошибку, я даже ничего не нарушил. Ты куда назад поехал? А ты что, не забрал чекпоинт? Не забрал, конечно, меня тут урод врезался на миг. Нормально, по встречке тут такой едешь. Да нормально, меня врезался. Урод. Урож. Сори. Сори, вы... Включил левый поворотник. Нифига. Да рабо... Сука! Какого хрена? О, парни... Парни. Блин, давай заново, я не могу такое, потому что козлы, эти уроды. Серии. Я сдам эти права. Сколько мы не снимали. Будем за 20-го сдавать. За 20-го? За 20-го. Не, сейчас, по-моему, мне реально кажется, что акция. Подожди, вы допустили ошибку проехать поворот без использования поворотника. Я включил поворот. Я тебе говорю, там местами ничего нет. Да глючный ваш поворотник. А давай я включу, когда вот сейчас бегу человеком, да, интересно, он будет включать, глаза моргать будут. Да-да-да-да. Пошушикаем или что? Нет, ничего нет. Бип-бип. Я человек машины. Такая это тупость. То есть, понимаешь, и камера вертится, и поворотники должны включаться. То есть, тупость. Не, ну хотя бы если вы такую разработали интересную вещь, то вы хотя бы сделайте клавиши какие-то другие. Нормальные, блин, чё как эти, как бараны. Там, понимаете, если вы, вы не знаете, то, что у некоторых людей нету клавиш таких дополнительных, на которых, ну... Во-первых. А во-вторых, камера еще вертится, и нихера не понятно.
Ну да, и неудобно ехать при первом виде. А в-третьих, вообще, выдавайте всем права бесплатно, потому что это полная дичь, мы не можем сдать. Не, я человек, который очень давно, в 2010 году, начал играть в GTA San Andreas, поэтому я умею ездить. А я в 2012 или 2013, что ли, начал, благодаря другу. Первый раз, да? Знаешь, моя реакция первая была, типа, чё это за фигня, почему тут нет ботов? Вот. То есть я хотел мочить ботов. Я наоборот ботов. В одиночную игру начал играть. Не, в одиночную я уж давно начал. Я, знаешь, посмотри, как... Посмотри, пицца. О, давай. Пицца. Так. Пришел с таким скином пиццу, я вам принес, да? Так, давай начнем. Так, снизить скорость в городе 60, только в экстренных 120. Все, погнали. И хорошо, что деньги не забирают, это хорошо. Угу. Хорошо, может быть, бонус какие-то. Все. Николай Абдулла его зовут. Погнали. Абдулла. Николай. Абдуль! Николай. Да пошел ты нахрен. А может быть, выпросить у них? Может быть, они дадут права? Ага, да, конечно, прямо сейчас дадут тебе. А я попрошу. Две машины осталось, быстрее. А то сейчас драка. Ладно, давай. Дай попробуем еще. Прикрой меня, прикрой. Подожди меня, слушай, а ты где? Жду тебя. Я иду за тобой. А вот ты. Все, моя тачка, сука. Сейчас тебя выкинет. Моя тачка, все. Давай аккуратно едем, короче. Очень аккуратно. Надо. Давай, я первый. Ага, то есть ты удерживаешь, ёпты. Блин, камера крутится. Ты понимаешь, что надо. Я тебе отвечу. Пиздец. А, ты зажимай, знаешь, чтобы не. Ты зажимай, короче, Quick и E. И. Quick и E? Чего, чего? И у тебя на месте будет стоять. Блин, тихо! Какого хера? Натали, блин, какая-то бабка приехала с стрекоза. С колхоза какая-то фигня, что? Что за стрекоза? Пошла на. Вот тварь, а. Я нарушил за нее право. Право, человек. Право. Блин, паскуда, мразь. Вот. Блин, как будто, знаешь, вот просто, знаешь, после этого хочется ночью зайти и сдать нормальное право, когда все школьники и школьницы уйдут, понимаешь? Блядь, так неудобно, капец. Да, я говорю, зажимай. А ты где? Я тебя не вижу. Мне просто страшно. Твою мать! Чего? Машина не поворачивалась. Да глючная это говно. Твоё! Такие лаги, капец, сервер. Что-то ребят, вот, я вам не очень рекомендую играть на этом сервере, по крайней мере, когда тут полным-полно игроков. Но приходится терпеть лаги, что... Ну, блин, тачка еще, блин, так дрыгается. Как это, как желе, ёпта. Желатином. Да, да тут лежачие полицейские ломаются. Тут лежачие полицейские уже, все. Так, надо удерживать, да? Ну-ка. Сука, на тебе, блядь, поворотником, ебащам, сука. Ты понимаешь, пока я включал поворотники, у меня камера повернулась на 360 градусов, мать его. Нифига себе, ты там ничего не видишь еще при этом. Я тебе отвечаю. Так, зажимаем. Просто смотри, ты на подъезде, когда красную видишь, ты просто нажимай, он будет мигать. Тихо. Вот мигать. Надо зажимать. Будет... Ну да, зажимай, он несколько секунд будет работать. Вот сейчас, да. Бля, я... Офигеть, не так страшно, блин, что я провалю, я просто не хочу. Блин, ну я, если честно, я это ночью тогда сделаю, все исправлю. Кого? Это? Да кого? Я включил поворотники, у вас а поворотники. А ты удерживай. Да ёб... Подожди меня. А ты включи поворотники на каждом повороте, вообще любом. Да я включил поворотники, всё? Я нажимаю поворотники, ты понимаешь, они не включаются, что за идиотизм, блин. А ещё они со камера. Временем только, то есть смотри, я нажимаю, и чё, а чё не нажимается? Вот, а у меня ты нажал. Да? Всё, короче, поехали. Давай, хоть на тебя рассчитываю, у тебя чистая машина. Ой, какая-то. Только я поехал, у меня включились они, да иди нах. Включил левый поворотник. Дебилы какие-то. Включил правый поворотник, зачем? О, тебя что-то лгануло. Я не... Ну, лаги на сервере жестокие. У тебя бампер отвалился передний. Да? Ой, как прикольно. Держится, а у меня нормально. Как желе. А, это да. Фуф, вот с этим никогда не сравнится. GTA блин, 5. Там еще это Наталья какая-то на комбайне. Вообще офигенно, просто жесть. Наталья?
Паскуда, Натали, мне машину испортил. Натали, Натали. Это что еще за чмырь в рубашке? Ну, тогда Кирилл у нас без записи это все сдаст тест. Да. Давай, паскуда, на 360 градусов чертова камера. Кто это вообще... А на красный свет, надеюсь, можно? Два раза. Да, сейчас нарушение будет такое. Вы превысили скорость. Не, на красный нельзя. На красный можно, на встречку можно, все можно. А вот поворотник, ёпта, нельзя. Кто это вообще вел? Что за дурачок? Я не хочу как бы никого обижать, но это действительно так. Ты чё, прошел? По-моему, да. А куда мне дальше? И чё? Ставь машину. А куда, где? А вот. Блин, свое говно. Ура, вы успешно держитесь. Да, конечно, конечно. Чё там сказали? Ну все, я стал. Слушай, попроси у него. А ну стоять, Джон, стой. Стопешенька. Ну-ка, попроси. Джон. Помогите моему другу. Помогите моему братишке получить права. Он просто сегодня пьян. Жуткие лаги с поворотниками. Не Долго смог. Уже пытаюсь стать... Нарушение. Помогите с правами, оформите там, а я вам сосай-масай. Нормально так. А тут, кстати, можно? Ну-ка. Какой ID у него? Чё он, ну давайте, говорит. А изнасиловать? Износ. Подожди, не надо пока ничего делать, а то не выдаст, может, права. Если он, короче, скажет, пошлите, тогда уже все, будем делать. Во, опачки. Спасибо, друг. Оп. А давай с тобой, кстати. Давай. Интересно, как это выглядит. Шлюха. А потом опять синим. Жизнь вообще. Ну так поможешь. А потом его еще 408. А как ты пишешь, что за команда? Кис. Двойная С. Да я знаю, кис. Ну давайте. Почему ты его целуешь, а как бы меня? Я тебя, значит, да? Охренеть. А чё он? Ну, так, ну что, поможешь? Что, вы дайте ему права. А и не права. Или тебе секс надо? Да, подожди. Он что-то прошел внутрь. Может, ему платить надо? Я не буду. Кирилл, заходи. Сейчас. Можешь отдать права, или подружка сакасом даст. Ну зачем ты это написал? Ладно. Так, ну что? Давай. А, я понял, кажется, что он имеет в виду. Далее, я понял. Нам пох. Ну-ка, а ты давай... тоже хочешь тоже попробовать? А давайте просто буду говорить. Он тебе, наверное, опрос какой-то проведет. Давай я тебе буду подсказывать. Давай. Вот зайди в интернет, пока зайди. Нет, тут написано же. Какой вопрос? Я не знаю, какой там просто написано. Ну напиши ему, типа, дайте права, ёпт. Я не понимаю, что тут? Тут просто написаны параграфы. Где тут вопросы? Мистер, дайте 400 баксов. Тут, блин, он что, не понимает? Тут написаны только параграфы. Дайте, просто do it и die it. Не можешь просто всё. Выдать права. А потом мы тебя еще субьем. Тут у тебя жизни мало. Короче, смотри, если он не дает, мы его бьем. Иди отсюда нахуй. Пончик. За красивые глазки моей подружки. Мне надо сдать. Удачно, да? Бей его! Я застрял. Ах ты паскуда. Бей.
Не получается. Он еще узкоклассый. Паскуда. Паскуда. Пакостники века. Все, да, я его изнасилую. Из нас 130. А тут нельзя такое. Нельзя, да. Иди сюда, может быть, вот этот даст, чувак? Или он бот? А, да это пофиг. Бот, это бот. Короче, я еще разок попробую, если не получится, то закончу на этом серию. Ну, а мы в любом случае, думаю, закончим. Давай, попробуем. А, давай, в принципе, да, сейчас сейчас будем заканчивать. А ты попробуй сейчас, если не сдашь, то мы закончим. Давай, и давай. Мы обязательно снимем вторую часть, покажем вам ферму, покажем вам. Это, конечно, я согласен, все это у нас было, но, естественно, этот ролик больше посмотрят, потому что это будет как обучающее видео для новичков, как бы. Тем более в позитивной форме. Естественно. Сколько ты там пил? Кто там? Как вопрос был, забыл, это... просто прикол. Че, первый раз пили? Естественно. Так, надо машину взять там. Да, вот эту бери, а та сломанная. А они все тут сломанные. Давай вообще, уроды. Нифига себе, тачка далеко. Да ну. Они все сломаны, они там поломаны, они не сеть. Нужна чистая машина, которая не заведена. Поехали. Закрыты все машины. Занято нах. Занято. Ну садись сюда. А вот кто-то приехал, ну-ка. А толк-то? А сейчас он заедет? Или нет? Кого? Давай бери последнюю, короче. Бери так она недоступна. А, у вас нет ключей, нихуя. А у меня нет лицензии. У меня нет лицензии, а у тебя нет ключей. Ну что, тогда будем... Давай тогда ты без записи тогда закончишь. Да, без записи. Мне даже слоп поможет, думаю, да? Естественно, вырубай это. Ну, а на этом тогда мы, ребят, закончим. Ну, вы тогда напишите, стоит ли продолжать и показать вам ферму и завод, как бы, если вам действительно понравится, вы напишите, мы доснимем. Если нет, то мы на этом и закончим наш то цикл. Мы там что-то другое будем, не это. Что-нибудь, какие-то другие штуки будем. Да, в общем, да. В любом случае, предлагайте, что дальше снимать. А с вами был я, Слоу, и Кирилл. И Кирилл, да. Да. Подписывайтесь на каналы. Ставьте лайки. Да. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. А я куст.